Всем привет, меня зовут Николай Соколов. И в данном уроке мы с вами попробуем разобрать вот этот гитарный риф, разобрать его все особенности и посмотреть особенности правой руки, особенности левой руки. Поехали. Итак, значит, для начала вам нужно поиграть басы. То есть научиться играть это так, чтобы это был акцентированный штрих. Давайте разберем сначала, какие басы мы играем. У нас получается пятая струна, пятый лад, шестая струна, шестой лад, и шестая струна, третий лад. И когда мы переходим с вами на пятую струну, на третий лад, то здесь мы ее делим пополам. То есть сначала первые два хода мы играем с вами на третьем ладу, потом на четвертом, и потом снова приходим. Вот. Итак, теперь об особенности штриха правой рукой. Значит, вам нужно будет здесь играть не вниз, вверх, вниз, вверх, а все, что мы будем делать, это удары вниз, акцентированный штрих. Итак, значит, правую руку мы с вами ставим на вот эту часть, то есть там, где у нас машинка. И получается, что мы играем, ставим руку вот в этом месте, делаем с вами такой звук, чтобы он у вас был не таким и не таким, а чтобы была слышна нота, то есть нота на пятом ладу, которую мы с вами зажимаем. То есть вот мы зажали, вот у нас пошел четкий пунктир. Правая рука должна работать немножко с таким с толчком. Для начала просто попробуйте поиграть просто удар вниз, 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 та-та-та-та. Вот, отработайте эту пульсацию и затем идем дальше. Смотрите, вы поставили палец на пятый лад, у вас там идет дальше пятый лад на третьей струне. Вот такие вещи, как правило, мы играем так, что палец у нас получается перекатывается на другую струну. То есть что мы для этого делаем? Сыграли одну нотку, дернули, и не должно быть вот такого. Или и потом какая-то каша в звуках. То есть все должно быть максимально чисто. Сыграли все. Тишина. Попробуйте это отработать просто даже на одних вот этих вот басовых струнах. Оп, все, тишину слушаем. Чтобы не было такого, знаете, какие-то там небольшие такие призвуки. То есть это очень важно. Вот теперь смотрите, мы переходим с вами первым пальцем, он у нас идет как барре, и ставим его на третью струну. То есть вот мы поставили его сюда, сделали с вами хаммер. Хаммером. Вот. В это время бас не должен звучать у вас. То есть не должно быть такого. То есть эта нотка не должна дать педальный тон, как у фортепиано, когда мы нажимаем ногой на пианино, и все клавиши начинают звучать. Итак, значит, вот мы с вами сделали. Сыграли теперь третью струну, но обратите внимание на третью струну, что она у вас не палмьют. То есть это не глушение, без глушения мы ее играем. То есть у нас получается... Вот мы сыграли, чистый звук. Потом, как только мы с вами начали играть снова басовую струну, третью струну мы снимаем. То есть не должно быть вот такого, послушайте. Чтобы вот этого не было, постарайтесь следить за качеством исполнения. Итак, это первый ход у нас. Вот. Опять-таки же еще повторюсь на том, что когда мы с вами играем третью струну, первый палец мы приподнимаем так, чтобы у вас... Чтобы расслабляли его. То есть вот вы зажали его, оп, расслабили. Зажали, расслабили. Зажали, расслабили. Дальше идем. Сейчас мы посмотрим с вами мелодию. То есть мелодия у нас идет на... После басовых струн. Все, больше там ничего нет. После того, как мы сыграли с вами басовую нотку два раза, идем дальше. Здесь играем безымянным и мизинцем. Отдельно эти два пальца, друг с дружкой, когда они работают, они очень слабые пальцы. Поэтому с ними можно работать отдельно Просто поиграть, чтобы у вас было ощущение вот это, когда вы нажимаете безымянным пальцем сюда, что когда в работу включается мизинец, чтобы вы его чувствовали, как свой мизинец. Потому что у многих этот палец, они просто его не чувствуют, начинают его ставить, а он начинает либо болтаться, либо, ну, такой... То есть бесконтрольная игра. То есть, если бесконтрольная игра, то нельзя сыграть...
есть какие-то пассажи бесполезно играть. То есть вот мы с вами сделали. Дальше идем. И то же самое у нас идет мелодия на... Мы первый палец с вами перекатываем здесь. То есть вот мы перекатили. Итого у нас получился вот такой ход. Все, сыграли. Этот риф очень удобен для начинающих гитаристов, потому что здесь, в принципе, он несложный технически. И есть уже некоторые, многие элементы техники. То есть палм-мьют, хаммер, даже пул-офф есть. И хаммер-он. Итак, идем дальше. Теперь ничего в мелодии не меняем. Меняется только бас. То есть бас ставим с вами на шестую струну вторым пальцем. И мелодия та же самая. Но обращаю ваше внимание на то, что пока что мы играем все в пятой позиции. Что значит пятая позиция? Это положение у нас кисти на пятом ладу грифа. То есть раз, два, три, четыре, пять. Все. То есть, и каждый палец у нас с вами играет свой лад. Очень удобно. То есть, когда говоришь пятая позиция, значит все, чик-чик-чик-чик-чик, все пальцы выстроились в ряд. И все то же самое вам нужно сыграть. Только теперь у вас шестая струна идет, дает этот звук. И мелодия получается. И все вместе получается. Но здесь немножко сложность, смотрите в чем. Когда мы с вами играли первым пальцем бас вот здесь, то палец мы с вами легко убирали со струны. Тем самым, если бы я не делал palm mute, было бы вот так. А здесь, когда я играю шестую струну, то есть палец немножко не слушается второй. Это нормально. Но это как бы не нормально, но и нормально. Вот, можно его слегка приподнимать. Это просто надо этим заниматься. Позанимайтесь. Вот. А мы будем с вами делать вот что. То есть еще один способ снятия звука, то есть о нем все знают, но многие его просто не делают. Это просто palm mute ставим. То есть, например, мы сыграли с вами бас. Теперь я играю палец, точнее даже не palm mute здесь. Palm mute у нас уже стоит. А на третьей струне у нас нет palm mute, как мы уже ранее говорили. Но вторым пальцем мы делаем с вами вот что. Оп! И палец у нас идет с вами вот под наклоном, под таким. То есть тем самым он глушит уже шестую струну. И у нас получается, оп, заглушили шестую струну и сыграли. Тем самым можно вообще палец убирать. А можно и не убирать, то есть от этого ничего не будет. То есть если вы грамотно все сделаете, а именно, оп, поставили палец, все, звука нет, как видите. Раз, два, оп, все, звук, я убрал его. Большим пальцем, то есть вот я его сделал. Раз, все, палец поставил. Все, звука нет. Вот, и то же самое мы с вами играем на этот ход. Далее уже будет немножечко посложнее. Почему? Потому что будет огромная растяжка. Особенно для новичков. То есть для тех ребят, кто уже пальцы гнет. То есть, если кто-то уже играет пассажи, то ну, для них не составит труда сделать эту растяжку. Итак, но уже по пальцам уже мы будем играть с вами другие немножечко пальцы. Смотрите, значит, у нас идет с вами... То есть, получается, первый палец мы держим с вами на третьем ладу, а здесь у нас мы играем безымянным и мизинцем эту растяжку. То есть, получается, небольшая растяжечка у нас. По-прежнему palm mute у нас идет. И здесь мы с вами играем. То есть, когда мы делали с вами, играли безымянным с мизинцем, сейчас мы как раз это место будем с вами играть растяжкой. Не растяжкой, а слайдом, прошу прощения. Слайдом будем играть. Вот мы сделали слайд. Оп, сыграли слайд. В этот момент, когда мы играем слайд, указательный палец убираем. То есть, не делаем такого, что мы сыграли. И палец у нас стоит здесь. Оп, просто его просто подняли. Вот. А когда играем уже этот бас, то у нас уже получается, что палец уже указательный, он стоит на одном месте. Вот. И получается у нас. Вот. И далее, следующий ход. Мы делаем с вами все то же самое по правой руке. А левая рука у нас идет, бас у нас, смотрите, идет на третью струну, когда мы играем мелодию. У нас идет один бас, а когда играется вот этот ход, то бас меняется на четвертый лад. Итак, получается третий лад.
Здесь обращаю внимание на то, что так как у нас расстояние здесь один лад здесь между пальцами, так, то вот центральный лад, это получается пятый, мы можем с вами ставить либо вторым пальцем, либо третьим пальцем. Здесь уже момент такой, что кому как удобно, но я бы посоветовал играть безымянным пальцем. Почему? Потому что до этого мы играли безымянным пальцем. То есть, а уже дальше, когда с четвертый лад мы приходим в бас, там уже меняем пальцы. Итак, получается, то есть вот мы с вами сыграли. Потом точно так же у нас идет четвертый лад, мы ставим первый палец на гриф. Здесь мы делаем скольжение, в этот момент первый палец мы можем отпустить. Приопускаем палец. И, собственно, все. Это первая часть нашего рифа. Первое проведение. Второе проведение, там все то же самое, только добавим небольшую фишечку. Они чуть-чуть позже. Итак, вторая часть нашего рифа. Здесь уже идет ритмическая фигура и больше работает правая рука, нежели левая. Здесь мы с вами играем квинту. Вот. Здесь нужно четко сделать риф, ритм в этом рифе. Вот это, казалось бы, простой ход. Та-та-ц-та-ц-та-да-да-ц-та-ц. Вы должны четко представлять в голове, чтобы у вас было та-та-ц-та-ц-та-та-ц-та-ц. Вот эти цыканье – это пауза. В музыке паузу нужно уметь сыграть. Сыграть так, чтобы у вас не было такого. Вот это не пауза, а пауза. Чтобы была идеальная тишина. Вообще научитесь играть паузы. То есть, чтобы... Оп, сыграли, все. Чтобы у вас было раздельно. То есть, либо это у вас ноты идут, либо это тишина. То есть, если вы начнете это пробовать, то есть, вы увидите, насколько тяжело оказывается играть тишину. Потому что некоторые ребята, с которыми занимаюсь, то есть, они начинают это делать, а вот в этих вот перерывах, паузах, там вот это вот все выходит, и это прям иногда борешься с этим. Но идет все своим чередом, все нормально, все получается потом. Мы с вами сыграли ритм, то есть, два удара. И потом руку ставим на машинку. Оп, все, мы поймали звук с вами. Вот, поймали. То есть раз, два, мпа. И поймали снова. Потом та-да-да, три удара. Три удара мы с вами будем делать вот как. То есть по пятой струне у нас идет отдельно две нотки. И третий удар у нас идет на квинту. Та-да-дам, то есть чи-джи-та. То есть вот получается. То есть как раз на квинту мы с вами убираем палмют. Поставили палмют снова и сделали паузу. И сыграли затем дальше квинту. Получилось. И заглушили. Все. С левой рукой в этот момент, когда мы играем, ничего не делаем. То есть мы поставили ее железно, все, мы забыли про нее. Работаем только правой. 3-4. 3-4. 3-4. Все, поработали, сделали, привыкли к этому звучанию. Теперь дальше идем. То есть между этими ритмическими фигурами мы с вами добавляем вот такие ходы. Вот, итак, значит, получается первая фигура. Без палмюта, без всего. Но здесь нужно сыграть идеально ровно, идеально чисто. Но это понятно, это естественно, это все надо играть идеально ровно, идеально чисто. Просто на всякий случай еще раз повторю. Значит, смотрите, у нас получается, мы сыграли с вами. Сделали этот ход. На пятой струне получилось 5-6-5. Удары медиатора 2. Раз. Удары все вниз. Сделали. Сделали пул. Сделали пул. Дальше играем мизинцем теперь на восьмой лад. И то же самое пул сделаем. Обращаю внимание вот на что. Когда играются такие вещи, почему это все подробно разбирается, есть же ноты, но в нотах не написано, как избежать вот таких вот деталей. Итак, как это избежать? У вас, когда вы ставите первый палец на пятый лад, то есть и когда делаете пул, может звучать соседние звуки. То есть вы делаете пальцем пул, и когда он у вас сдергивается, у вас, видите, оп, то есть мы сдергиваем палец, а он задевает соседние звуки. Либо же мизинец то же самое.
Вот. Очень тяжело это избежать. Поэтому как мы это делаем? Во-первых, первый палец. Первый палец следует ставить так, чтобы он у вас слегка прикасался вообще к соседней струне, к четвертой. Это обязательно, чтобы четвертая струна у вас... Видите, она не дает звука. То есть вот мы сыграли, сделали с вами пул. Естественно, второй палец, когда он у нас срывает эту ноту, то он у нас касается соседней струны. Но это как ни крути, но это будет бесполезно там что-то делать, но это все равно у вас будет. Поэтому, то есть первым пальцем мы с вами держим соседнюю струну, а второй палец, когда у нас делает этот срыв, то он у нас делает срыв под таким углом, вот получается... Видите, то есть он получается кверху идет как будто бы, то есть под углом. То есть не сюда уходит, а вот раз, и амплитуда у него идет, оп, и вот сюда ушел. Тем самым, таким образом он у нас все равно касается четвертую струну, но так как у нас первый палец подстраховывает его, то звука никакого нет. И вы в хорошем положении. То же самое с мизинцем. То есть вот вы сыграли, сделали этот срыв, вот, и у вас получается... Все правильно, все чисто. Вот. Дальше, когда мы с вами играем вот это место, вот, то здесь тоже небольшая хитрость. Когда вы играете интервалы на разных струнах, то следует отметить, что... То есть мы пальцы с вами поднимаем. То есть нет такого, что... Иначе у вас будет вот такая каша. А что будет, если вы играете там? То есть тут вообще будет... Кто-то скажет, а мне так больше нравится. Вот, то есть должно быть именно чи-чи-чи-чи-чи-чи-чи-чи. То есть каждая нотка должна звучать отдельно. Итак, то есть вот мы с вами сыграли этот ход. Теперь переходим на квинту. Удар вниз, а возвращаемся мы ударом вверх. Вот. И здесь мы с вами играем. Безымянный палец мы поставили. Первый палец приподняли. Оп, теперь безымянный палец убрали. То есть, казалось бы, что такого сыграть квинту? Но надо ее сыграть так, чтобы она звучала. Чтобы не было такого у вас. Вот этой каши не было. Что так звучит, а что звучит... То есть должна быть вот именно вот эта частота. Вот. Следующая фигурка идет, такая же. И вот дальше у нас с вами начинается вот такой ход. Здесь мы с вами играем, что у нас палец первый идет на барре. Вот мы сыграли его. Здесь мы играем на четвертой струне все палмют, а вот третья струна уже без палмюта играем ударом вверх. И вообще здесь, в принципе, штрих мы с вами меняем. То есть получается, то есть в пятую струну приходим без палмюта, и можно прийти, лучше даже прийти, если вы сделаете небольшое скольжение. Скольжение всегда лучше всего, если вы видите нотка и к нотке кривая черточка снизу вверх, то это слайд к ней, подъезд. То есть получается, то есть не отсюда, это уже слишком будет такой, а именно с пятой струны. То есть вот мы сыграли ударом вверх, палец перекатываем и сыграли на четвертой струне 5-6-7, так? Но с палмютом. В третью струну приходим без палмюта. И безымянный палец ставим с вами на две струны. То есть получается... Теперь без палмюта опять-таки же две струны играем ударами вниз. Теперь сюда идем на пятый лад, тоже удар вниз. Раз, сняли звук. Получилось. Оп, сняли. Это снятие равно одной... восьмой нотки, то есть и раз, и два, и раз, и два, и раз. Получилось у нас. Представьте, что вы сыграли в этот момент, в эту паузу, две ноты, которые вы играете.
Затем у нас получается вот что с вами что. То есть мы сыграли паузу. Здесь мы с вами играем без полню, да? На пятой струне. И вот здесь момент такой интересный. Когда мы с вами приходим, мелодия у нас вот она. Вот. Но вот эту нотку, в которую мы приходим, мы ее усиливаем с вами квартой, да, интервал кварта. Для тех, кто не знает, интервал, который строится на двух струнах, на одном ладу, кроме третьей струны, по отношению ко второй. Там немножко по-другому. Там струна выходит за лад. Сюда мы с вами приходим, и здесь что мы можем сделать? Во-первых, у нас, если у вас есть рычаг, то можно сделать вот такую интересную фишку. Немножко опустить. Ау, как будто бы уходит звук. Вот. И затем дальше в это место, в шестой лад, мы с вами ставим мизинец. И теперь, смотрите, шестой, пятый, третий лады. Все удары вниз. И потом просто играем открытую струну. То есть получается. Вот когда будем играть открытые струны, то обращаю ваше внимание на палм-мьют. То есть мы играем с вами. Вот мы сыграли пятую струну, потом в конце вместе с четвертой палм-мьют убираем, то есть на открытых струнах. Здесь мы играем все 6, 5, 3, 0. Это наш ход будет, но играем все удары вниз и по пятой струне, с пятой, с четвертой. Здесь также будьте внимательны над тем, чтобы когда играете удары все вниз, чтобы у вас было движение не такое, чтобы вы еще дополнительно не задевали третью струну, а чтобы было у вас все четко здесь. То есть вот у вас две струны идет. Когда пришли потом на открытую струну, правую руку слегка подняли, то есть чтобы палм-мьют у вас не было. То есть вот вы сыграли. Оп, палм-мьют. Вот я поднял палм-мьют. Заглушил. Поставил аккорд ре мажор, д, но без второй струны. И дальше провел с пятой струной до второй струны включительно. Вот. И у меня получилось что? Та-да-да-да-ц-па! И на этом риф заканчивается в его первое проигрывание. Второе проигрывание у нас абсолютно такое же, но мы добавили маленькую фишку в правую руку. Что мы с вами сделали? То есть у нас все те же самые движения, все то же самое, все, что вы делали, но слегка усложним. Мы же с вами идем на развитие, нам не нужно играть каждый раз одинаково, хотя постоянство признак мастерства. Но, тем не менее, нужно постоянно себя развивать. Итак, что мы можем добавить? То есть когда у вас идет статичное что-то статичное, например, скажем, в аккомпанементе ритма, допустим, что-то. Почему бы не добавить? То есть какие-то такие штрихи, то есть не та-та-та-та-та, а та-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 
все изменения мы будем с вами делать именно на басовых струнах. Итак, все то же самое идет, но басовую струну мы с вами играем не та-та, не так, а вот так. Тарадам. То есть вниз-вверх-вниз. То есть получается, что первый удар вниз, мы с вами играем на него три удара. То есть вниз-вверх-вниз, вниз-вверх-вниз. То есть получается вот что. То есть та-да-дам. И потом мелодия. Еще раз. Вот у нас получается штрих. Еще медленнее. Если в темпе, то получается... Сначала поработайте именно над исполнением вот этого штриха, то есть тарада, 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 тарада. То есть он должен звучать у вас только на пятой струне. То есть попытайтесь его. Можно, конечно, просто запилить. Но, в принципе, не нужно этого делать, то есть попытайтесь именно порциями. Та-да-да, та-да-да, та-да-да.
А еще лучше, если вы возьмете под метроном, и на каждую долю у вас будет та-да-да, та-да-да. Это будет вот так. Очень удобный вот такой в телефоне. И для начала можете поставить темп 70. У вас получится раз-два-три, раз-два-три, та-да-да, та-да-да. Что это за ритм такой, то есть, который здесь играется? То есть мы играем его... Получается, у вас в один стук, если вы будете укладывать 4 ноты, например, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, то у нас получается что? То, что первые три звука мы с вами играем. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, та-да-да, та-да-дац, та-да-дац. И получается у нас та-да-дац, та-да-дац, та-да-дац. То есть, грубо говоря, если на ритмическом каком-то рисунке вам показать, это будет 2 16 и 8, то есть стандартный такой ритм. Итак, и теперь, если это все сделать в каком-то темпе, ну, например, допустим, 120 темп, которым уже нужно... Вот, получается, что уже этот ритм у вас будет достойным. И то же самое, смотрите, то есть у вас получается, что вы сыграли это. То же самое потом на шестую струну, абсолютно то же самое играем. То же самое здесь. Потом то же самое на пятую струну. И на четвертую то же самое. Вот. Теперь смотрите, мы когда с вами пришли на квинту, у нас вот этот ритмический рисунок та-та-та-та-да-да-та. Его мы с вами будем играть следующим образом. Здесь без изменения, то есть два раза та-та-ц-та-ц без изменения, а вот дальше, когда играется там та-да-да, здесь у нас... То есть не та-да-да сыграем, не... А вот так. У нас первый с вами удар будет как раз выполнен двумя ударами. То есть вместо такого... Сыграем и так. Три удара вместо двух. Вместо такого. Вот такое. Медленно, еще медленнее. Вместо такого. Вот такой. То есть раз, два, три. Па, та-ра-да-та. И получается. Потом те же самые ходы. Опять то же самое начинаем. Дальше без изменения. И в принципе у нас получается такой с вами интересный риф. Его нужно сначала отыграть вам как можно спокойно, медленно, чтобы вы понимали каждое движение, которое вы делаете. В этом уроке мы с вами рассмотрели все мельчайшие подробности. Все полностью проиграли. Теперь вам нужно просто развиваться, играть этот риф как следует, чтобы он у вас тоже получался. Риф, в принципе, не самый сложный, но и не самый легкий. Но какой смысл играть самые легкие рифы? Вы же хотите развиваться. Если хотите развиваться, то вам нужно всегда чуть-чуть маленечко вас расшатывать в плане техники, в плане каких-то сложностей. Потому что если сложного вы никогда не будете играть, соответственно, вы никогда их и не будете, вы этого никогда не будете играть. Все развивается. То есть, если у вас сейчас растяжка, не получается, получится. Это, в принципе, ну, получается практически у всех. Практически у всех. То есть, может быть, скажем там, ну, может, у 3-4 человек не получится. И то, если эти люди не будут заниматься. Если эти люди будут заниматься, гитаристы, парни или девушки, неважно кто, соответственно, руки потом растянутся. Я делал растяжку просто вот, иногда даже пальцы просто вот так гнул. Очень сильно помогает, кстати говоря. Вот, и вам тоже рекомендую, только смотрите, не сломайте пальцы, а то можно сделать вот так и оборвать. Успехов вам в обучении, надеюсь, что это все вам пойдет на пользу, пока.